В начале этого года депутаты Государственного собрания республики приняли решение об объединении аппаратов главы республики и правительства Мордовии. Законопроект был инициирован руководителем региона. Сделано это в целях повышения координации нашей деятельности, оперативности. Ну, так из опыта скажу, что в республиках, которые в несколько раз больше по численности, там совместные аппараты. Это все дает свои результаты в целях повышения обмена информацией, контроля. Давайте поработаем в данном режиме. В правительстве Мордовии также произошли перемены. Исполняющим обязанности заместителя председателя назначен Инсаф Хайрулин. Инсаф Рашидович, с кем вы успели познакомиться, уже не новый человек для республики, назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства. Он будет курировать блок строительства и промышленности. Произошли изменения и в аппарате. Должность государственного советника главы республики получил Валерий Моресьев. Елена Башкирцева назначена заместителем руководителя администрации главы Мордовии и правительства республики, руководителем пресс-службы главы Республики Мордовия.